Приветствую, мои дорогие подписчики, а также всем гостям моего канала. Ребят, всем доброго времени суток. Ребят, сегодня для вас я решил подготовить, скажем так, такой видеоролик. Попробуем сегодня повыбивать футболочки. Честно, ребят, я вам скажу так, что я не фанат футболок, но для коллекции себе бы, конечно, бы что-нибудь выбил, вот честно. Так что, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на каналчик. Попробуем, не знаю, насколько это возможно, выбить максимально, прям максимально большое количество футболок, но будем стараться. Пожалуйста, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на каналчик, кто еще не подписался. И поставьте, ребят, обязательно в комментариях, сразу же в комментариях скажу вам, поставьте, кто себе уже какие футболочки выбил. Просто интересно, посмотрим, кто же уже себе приобрел какие-то футболочки. Может быть, кто-то уже себе все купил, может быть, кто-то определенную, может, кому-то нравится какая-то, может, кому-то какая-то не нравится. В общем, все зависит, ребят, от вкуса человека. Так что обязательно пишите в комментариях и поставьте лайк. Ну что, желаю всем приятного просмотра, а мы будем выбирать. Ну что, ребят, сразу скажу, я один раз уже крутанул и выбил себе я красненькую такую вот футболочку. Красненькую. Ну, честно, я бы себе еще взял бы желтую взял бы. И, наверное, что-нибудь взял бы, наверное, что-нибудь такое бы из белой, наподобие чего-то. Ну, не знаю, ребят, по крайней мере, мне бы выбить желтую, красная есть, и что-нибудь такое еще вот. Ну, голубенькую можно, в принципе, взять. Синюю, точнее. Можно. В общем, сейчас, ребят, посмотрим, что можно выбить. Все, ребят, поехали. Давайте будем крутить по 25. Не буду я крутить по 250. Не буду, ребят. Буду крутить по 25. Все, поехали. Потому что по 250... В общем, каждый придерживается своей тактики, ребят. Стратегии. Погнали. Первое. Так, мне повезло. Пожалуйста. Сделай красиво. Нет. Пожалуйста. Так, выбираем. Так, ну, я так понял, что сейчас у нас еще упадет несколько раз обычный сундук, и потом уже будут падать футболочки, да? Так. Еще разочек. И погнали футболочки. Сейчас. Вот. И теперь погнали футболочки. Давай. Хотя бы одна. Нет, странно. Странно. А если мы вот так вот сделаем? Нажмем на футболку и сразу же будем крутить. Нет, хорошо. А если вот на шортики нажмем? Это вообще нормально, нет? Нет. Смотрите, ребят, смотрите, что-то он не хочет выпадать. Ладненько, а если вот так вот нажмем? Давай. Фрагмент. Так, то есть, кроме... Ё-моё, тут сколько фрагментов. Мама мия. Ладно. А если на ту, которую выбили уже? Так, нет. Костерчик. Ладно, ничего страшного. Давай еще раз на ту, которую выбили. Давай, выпади, пожалуйста. Фрагмент. Так, ну что? Давайте крутанем тогда мы с вами. Еще разочек. И сейчас крутанем по 250. Давай. Хоть одна футболочка, пожалуйста. Понятно. Лохотрон. Просто лохотрон. Будем крутить по одному. Короче, я так понял, чтобы выбить тут кучу футболок, нужно потратить несколько тысяч алмазов. Понимаю. Но мне хотя бы еще одну. Желтую, если я выбью, это будет шикарно. Мне бы хотя бы еще одну. Вот на желтую. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, выпадите, очень прошу. Нет. Еще есть попыточка, еще есть шанс. Так, пожалуйста. Давай. Ребят, напоминаю, напишите в комментариях, кто себе уже какие футболочки выбрал. Уж очень интересно. Ну, что сделаем? Ну, давайте еще потратим два раза по 250, и, наверное, на этом я буду заканчивать, потому что... Не собираюсь я тратить очень много алмазов на эти футболочки, вот честно. Только ради вас пытаюсь что-то выбить. Поехали.
Нет, 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 нет. Футболочка одна есть. Давай еще одну. Короче, за 250 одна футболочка упадает. Понимаю. Понимаю. Ну давай еще раз попробуем. Давай, 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 давай. Давай. Блин, ну мне бы желтую, ребят. Вот честно, вот очень хочу желтую. Вот прям кайфот желтую. Она яркая, очень такая позитивная. От нее прям аж хорошее настроение, аж просто от нее аж исходит, прям исходит из него хорошее настроение, из этой желтой футболочки прям. Вообще яркие вещи всегда хорошо. Скажем так, настроение появляются сразу. Так, ну пожалуйста, пожалуйста, ну. Белая. Такая уже есть. Ну и давайте еще раз крутанем, наверное. Так, у нас есть белая, есть красная. Есть белая, есть красная. Давайте еще раз крутанем. За 250, да, ребят? До 8000. О, еще одна. Вот это хорошо. Вот это прям хорошо. Еще одна футболочка. Нет. Еще 4 раза, ребят, до 8000 крутанем. До 8000. Так, давай, 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 давай. Пожалуйста, ну пожалуйста. Еще желтую выпади и все. Желтая, желтая, желтая. Нет, нет. Все, уже это уже баста. Это уже баста. Ну что, ребят, выбили мы, в общем, себе 3 футболочки. 3 футболочки. Ну, пойдет. 3 футболочки. Нормально. 7, 10 номер и 10 номер белая. Блин, конечно, плохо, что не выбили желтую. Ну ладно. Что имеем, то имеем. Шорты тоже у нас есть. В общем, что имеем, то имеем. Что нам выпало, то выпало. Ребят, не забудьте поставить лайк, подписаться на каналчик. Напоминаю, ребят, обязательно поставьте, вот просто поставьте комментарий, напишите, кто себе выбил какую футболочку. Обязательно. Все, ребят, всех я вас люблю, всех обнял. Всем спасибо за просмотр. Целую вас. Все, ребят, пока.